Поднимите руку, кто знает Жана Габена. Они были расхристаны, одевались не так, как одевались строгие экономисты и финансисты на пятом курсе. Вот этот фильм я всегда называл «Вестерн вестернов». Оба орут друг на друга. И это настолько по-русски, ни кровавых битв, ни фантастических приключений. Обычная жизнь обычных японцев. Убить сразу двух зайцев. Старшее поколение уже отвыкло ходить в кинотеатр. Молодежь не имела вообще навыков. В коллекции сейчас примерно 8 тысяч зарубежных картин и многим более 3,5 российских. Более 11 тысяч детей и учителей бесплатно сходили на киносеанс.